я волонтер Владимир Разгонов, акции «Мы вместе». Служу в Русской Православной Церкви алтарником уже более 18 лет, как волонтер больше 8 лет. И когда есть у меня время, я поэтому и стараюсь помогать. Сегодня у меня выходной. Сказали, что надо помочь. У меня как раз свободное время, это я поехал принять в этом участие, помочь семьям мобилизованных привезти продуктов. Эта инициатива в данную минуту вообще очень важна, потому что мы вместе своих не бросаем. Одни воюют, защищают наши рубежи страны, а мы, если у нас есть такая возможность, мы помогаем здесь семьям тем же мобилизованным. И вообще, кому нужна помощь, мы помогаем. Если есть возможность, есть желание, и это радостно, а не сложно. Большая радость, когда ты даришь тепло другим, и тебе же возвращается тепло.